Сегодня около 2 часов дня большой пожар охватил одно из зданий рынка «Красный камень». Возгорание было столь сильным, что дымовая завеса окутала микрорайоны в округе. Практически сразу к нам в студии начали поступать видео с мобильных телефонов очевидцев. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. 7 расчетов пожарной охраны, 2 еще поливомойки от администрации района выделено. Сейчас идет активная зона пожарная. Пока сведений никаких о пострадавших не поступало. Находятся в основном бытовые приборы, строительные материалы, лакокрасочные изделия. По словам начальника Ленинского гарнизона пожарной охраны Александра Коврижных, на момент прибытия пожарных машин уже горело 50% здания. Возгорание, начавшееся в центральной части корпуса, в скором времени перекинулось на остальные части. Благодаря быстрому реагированию сотрудников МЧС чудом удалось избежать жертв. На данный момент уже объявлена локализация данного пожара. Сил и средств нам достаточно для того, чтобы ликвидировать данный пожар. Пока непонятно, почему произошло средь бела дня такое быстрое распространение пожара. Пожар парализовал движение. Сотрудники госавтоинспекции были вынуждены перекрыть выезд из 6-го микрорайона, дабы обезопасить людей и не вызывать ажиотаж. Клубы черного дыма врывались в окна близлежащих домов. Тяжело оценить размер ущерба. В торговом здании находились магазины стройматериалов, бытовых принадлежностей, химии, одежды и продуктов. Потерявшие бизнес предприниматели с ужасом наблюдали, как дело их жизни рушится на глазах. О возгорании сразу было доложено главе района. По предварительным сведениям, пострадавших на пожаре нет, но продолжается разбор завалов, потому что кровля металлическая, и она практически провалилась. Я думаю, что соответствующие следственные органы ГУВД и МЧС будут проводить расследование о причинах данного пожара. Причину происшествия, а также ущерб установят эксперты.